глава сепаратистов, располагающихся на территориях Азербайджана, временно подконтрольных миротворцам России, направил послание по случаю 9 мая. В послании глав сепаратист сообщил, что Шуша в плену, а безопасность в кавычках Арцаха вместе с незаконными бандформированиями сепаратистов обеспечивают российские миротворческие силы. Араи Карутюнян выразил признательность, в кавычках, нашим друзьям за то, что они рядом с народом Арцаха и всячески им содействуют. Далее Арутюнян заявил, что Карабах всегда должен быть армянским и неприступным во имя будущих поколений. Кое в чем в своем заявлении Араи Карутюнян ошибся, и мы его поправим. Карабах никогда не был и не будет армянским. А неприступным он действительно станет, в освобожденном, восстановившем свою целостность Азербайджане в руках наших доблестных вооруженных сил. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.